Hi everyone, всем привет! Меня зовут Охколь, и вы на моем канале. Это, наверное, мое первое видео, потому что я... Ну, первое видео, потому что, наверное, все остальные видео я удалила. Но это не точно. Я давно не снимала, 4 месяца назад мне вышло последнее видео. И то... такой себе. Я потом поняла. К новостям переходим, то что я отрезала свои волосы. Поступила в университет на грант, теперь получаю стипендию и сижу дома, потому что я поступила в Туркестанский университет, международный, International University Tourism Hospital, right, так называется. Вот. Я решила возобновить свой канал, потому что мне это нравится, но я отсутствовала, потому что у меня было поступление, выгорание, ИНТ и все в таком духе. Но я все это прошла. Вот, в общем, как вы поняли, наверное, по названию, сегодня вы проведете со мной a very boring day in with me. Очень скучный день со мной. I'll fly, but you don't even know. Put a light, put a light, and then I can keep you where we belong. Put a light, put a light. It's a light to a life. I try to do more. Ну, в общем, ко мне приехали мои посылки, 3 штуки всего, хотя тут еще должна была быть сумка, но почему-то сумки нету. Мне придется заново на почту сходить. Я не помню, что я заказывала. Вот такая вот сережечка. О, это я знаю. Это, короче, я хотела себе септу, но я не решилась прокола, потому что я знаю, что мне перенравится, или я не буду носить этот прокол. Я заказала себе просто... Как это называется? Йоу, я бьюти-блогер. В общем, я надела этот септум, типа, выглядит прикольно, на хрящик. Он, кстати, немного тяжеловат, если что, я все обработала. Так что, don't worry, все нормально. I like it.